международном праве не существует границ Украины. Украина, она все еще официально в составе СССР. И поэтому невозможно тут о каких-то правах говорить. Если там Украина что-то там заявила, это еще далеко ничего не значит. Оно было международно не подтверждено. Поэтому границы Украины, они официально не считаются. Вам альтернативная информация просто не влазит. Извините, у меня нет времени, я на собрании.